21.00, время киевское, время актуальных новостей дня сегодняшнего. Это программа «Наше время», и сегодня речь пойдет о таком. Первое успешное применение дальнобойных ракет «Атакамс». Как Украина предотвращает наступательные действия российской армии? Выполняются очень точно. «Атакамсы» себя показали. В Мариуполе работают партизаны. Как Украина ведет борьбу с российскими оккупантами в тылу? Работа нашего партизанского движения, работа Мариупольского скрутова, она не заканчивается уже больше года. 5 политсил в обновленном парламенте Польши. Как завершились выборы и кто станет новым премьером республики? Путин в Китай, Лавров в Северную Корею. Какие интересы привели российских визитеров к ситуативным партнерам? Подготовка к зиме, членство Украины в ЕС и ситуация на фронте. Об этом в своем вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Также отдельно он поблагодарил Соединенные Штаты и президента Джо Байдена и подтвердил передачу «Атакамс» Украине, добавив, что они уже себя показали на поле боя. Далее прямая речь. Воины. Наши бригады. 54-я отдельная механизированная бригада, 68-я отдельная егерская бригада, 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Это Лиманское направление и Солидарское направление. 92-я отдельная штурмовая бригада и 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр». Благодарю вас, воины. Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины. Спасибо всем, кто помогает. И сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно. «Атакамсы» себя показали. Слава Украине! Слава Украине! И напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники подтвердили тайную передачу «Атакамсов» в Украине. Ну а также сообщили, что внезапный удар по российским аэродромам был нанесен ракетами «Атакамс». Силы специальных операций ВСУ провели на аэродромах Бердянска и Луганска одни из самых успешных атак по тыловым позициям оккупантов. Ее назвали «Dragonfly». А по последним данным, в Бердянске и Луганске российские оккупанты потеряли 9 вертолетов различных модификаций, специальную технику, которая находилась на аэродромах, пусковую установку ПВО, склад боеприпасов. Ну а также повреждены взлетные полосы аэродромов. Это самая большая одномоментная потеря вертолетов и одна из крупнейших потерь российской авиации за все время полномасштабной войны. Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске длилась до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов. Из сообщения ССО Украины в Телеграм. Более того, Украина получила 31 танк «Абрамс» американского производства, который обещал передать военным президент США Джо Байден. Об этом заявил представитель армии Соединенных Штатов в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл. Также он отметил, что для того, чтобы техника попала непосредственно на поле боя, необходимо определенное время. «Абрамс» является легендарным и определенным символом американской армии. Это защищенный и подвижный танк с мощным вооружением. В частности, именно на нем впервые была использована улучшенная многослойная броня. А высокая защищенность машины привела к росту веса, который превышает 66 тонн. Все украинцы, тренировавшиеся на танках вместе с американскими войсками в Германии, также вернулись в Украину вместе с боеприпасами и запасными частями к танкам. Я думаю, что Украина будет осмотрительна в том, когда и где она будет использовать американские танки. Мартин О'Доннелл, представитель армии США в Европе и Африке, полковник. Но в это время вся Украина защищает свою страну и освобождает от оккупантов. Даже так, в Мариуполе активно работает партизанское движение. Лишь за последнюю неделю там загадочно ликвидировали несколько десятков российских оккупантов. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в городе отравились 26 военных армии Российской Федерации. Детали в нашем сюжете. Загадочные убийства, как их окрестили россияне, в последние дни массово начали происходить в Мариуполе. Оккупантов десятками травят и расстреливают неизвестные прямо в казармах, о чем регулярно сообщают рашистские паблики.
Несколько дней назад неизвестные устроили массовое отравление наших бойцов. Умерли 9 человек, были госпитализированы еще 12. По данным нашего источника в полиции ДНР, выяснилось, что кто-то отравил военным воду. Первые симптомы отравления умершие и пострадавшие почувствовали через 2 часа после ужина. Спасти удалось не всех. Неизвестными оказались украинские партизаны движения «Мариупольский Супротив», рассказывает помощник мэра города Петр Андрющенко. Операция была и остается строго засекречена. Известно, что в город с начала месяца начали прибывать новые подразделения россиян. Как раз на них и решили сосредоточить усилия. Эти подразделения абсолютно новые. Они были сформированы на территории Российской Федерации, заведены к нам в Мариуполь, Мариупольский район. Абсолютно не готовые впервые в зоне боевых действий. Ну и, естественно, без понимание правил поведения. Можем говорить о том, что достаточно успешно и в этот раз работает основной метод устранения оккупационных офицеров в первую очередь за счет, скажем, не очень свежих продуктов питания и не очень качественных алкогольных продуктов, которые они любят употреблять. В целях безопасности детали операции не раскрывают. Кроме отравы, в арсенале мариупольского Супротива имеется и огнестрельное оружие. В Мариуполе в последние дни были совершены налеты на 2 казармы. Все происходило по схожему сценарию. Неизвестные убивали охрану, врывались в казармы и расстреливали спящих бойцов. В итоге убиты 17 военных и еще 11 ранены. Преступникам удалось совершить нападение, фактически молниеносно, так что никто не успел оказать им сопротивление. Кроме сухих фактов, об этих инцидентах также ничего не известно. Российская сторона всячески пытается утаить подобные потери. Украинская же просто не хочет подвергать лишней опасности героев в тылу врага. Работа нашего партизанского движения, работа Мариупольского Спротова, она не заканчивается уже больше года. Собственно, и это не первая, не, я надеюсь, не последняя утраты оккупантов абсолютно разным способом. Наших людей в Мариуполе становится только больше. По словам Петра Андрющенко, агенты даже сейчас умудряются проникать в оккупированный город и присоединяться к партизанскому движению. Но тем временем армия России стянула значительные силы в Джанкой, чтобы сдержать возможное наступление ВСУ на временно оккупированный Крым. О передислокации техники заявили агенты партизанского движения «АТЭШ». По их данным, российские оккупанты, вероятно, прячут технику на местном аэродроме. Также там подложили, что военные Российской Федерации организовали передислокацию сил из-за неуверенности в том, что смогут сдержать наступление Украины в районе Херсонской и Запорожской областей. По данным партизан, россияне готовятся к обороне Крыма. Ну а о ситуации на фронте далее будем говорить в сводке новостей от Генерального штаба Вооруженных сил Украины детальнее. Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, истощают российскую армию по всей линии фронта и закрепляются на достигнутых рубежах. Всего за прошедшие сутки на передовой произошло 56 боевых столкновений с россиянами, сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. Президент Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что первый вопрос, который обсудили на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего – ситуация на фронте. Маем результат. Есть результат в нашем продвижении вперед, результат штурмовых действий наших ребят. И это ключевые новости нашего государства. Ежедневно, еженедельно Украина как раз нуждается в таких результатах. Каждый день, еженедельно нужно сохранять инициативу. Я благодарю всех, кто именно так и действует. Каждый пройденный километр. Каждая преодоленная линия обороны оккупанта – все это имеет значение. Постоянство наших результатов – это постоянство поддержки Украины миром. Противник безуспешно пытался атаковать на Марьинском и Шахтерском направлениях. Также на Авдеевском направлении украинские войска успешно отразили все наступательные действия россиян в районе Авдеевки и южнее Тоненького, Донецкой области. Массы техники, массы пехоты атакуют. Мы к этому готовы. Оборонные позиции там очень сильно укреплены. Причем они укреплялись не в течение там, каких-то
полугода, а это позиция, я говорю, за Авдеевку, которую готовились в течение 8 лет, там пристрелен буквально каждый кустик, ну и что, собственно, выразилось в тех огромных потерях, которые понесли российские оккупанты. 19 атак российской армии отбили украинские защитники на Купянском направлении, а на Лиманском захватчики били авиацией, артиллерией и минометами. Противник проводит попытки локальных наступательных действий тактического характера. То есть на Лиманно-Купянском направлении очевидным является желание противника выйти на линию реки Осколт, теснить наши войска на запад для того, чтобы получить дополнительный так называемый логистический коридор, чтобы расширить свои возможности по накоплению сил и под прикрытием реки Оскол создать группировку, которая может в дальнейшем разворачивать наступление. Общие потери армии РФ с 24 февраля прошлого года уже достигли отметки в 289 430 человек. За сутки были уничтожены еще 800 российских оккупантов, 14 танков, 20 бронемашин, 26 артиллерийских систем, 11 беспилотников и 2 ракеты. Но также продолжается привычный террор со стороны российских войск, гражданского населения. С неба ночью российские оккупационные войска вновь обстреляли Одесскую область. В небе над регионом силы обороны Украины сбили 6 беспилотников иранского происхождения типа «Шахет». В результате падения осколков ударного дрона пострадали здания Одесского яхт-клуба. Кроме недвижимости, в результате пожара были уничтожены тренировочные яхты. Пострадавших в результате атаки нет. Выснаживающей системы. Пытаясь истощить средства противовоздушной обороны, противник использовал сложную траекторию пуска беспилотников типа «Шахет». Запускались они с Крымского полуострова, но усложняли своими маневрами работу и попадание сил противовоздушной обороны. Ну и поддержка Украины продолжается. Европейский парламент поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. За соответствующее предложение отдали 512 голосов «за», еще 45 депутатов проголосовали «против» и 63 воздержались. Речь идет о новом инструменте Ukraine Facility, на который закладывают деньги на 2024 и до 2027 года в виде грантов и займов на поддержку восстановления и модернизации Украины. Такое предложение внесла Еврокомиссия в июне 2023 года. Одно из ключевых требований евродепутатов – использование замороженных российских активов для восстановления Украины. Далее по процедуре для принятия окончательного решения должны начаться переговоры со странами-членами Европейского Союза. Ну а в Польше завершили подсчет голосов. На парламентских выборах, которые прошли в воскресенье, лидирует правящая партия «Право и справедливость». Но оппозиция тоже может сформировать правительство. Подробнее детали в сюжете наших коллег. После подсчета всех бюллетеней в парламент Польши проходят 5 политсил. Правящая партия «Право и справедливость» с результатом более 35%. Ключевой оппозиционный блок «Гражданская коалиция» с 30%. Третий путь – «Левица» и «Конфедерация». С такими результатами выборов, несмотря на формальную победу партии «Право и справедливость», которая руководила страной последние 8 лет, оппозиция получает шанс сформировать правительство. Такая коалиция получит 249 мест в Сейме, тогда как для большинства достаточно 231. Им придется доказать, что они смогут выполнить свои предвыборные обещания по повышению материального уровня, особенно людей с низким доходом, а также обещания по доступному жилью, образованию. Самым вероятным кандидатом на должность премьера от оппозиции считается Дональд Туск, лидер гражданской коалиции и экс-глава польского правительства. На этих выборах он установил рекорд по количеству голосов, полученных кандидатом от округа. Туска выбрали более 538 тысяч избирателей в Варшаве. Это самый высокий результат поддержки одного кандидата на парламентских выборах в истории Польши. Я много лет был политиком, но я и спортсмен. Никогда в жизни я не был так счастлив от того, что занял, казалось бы, второе место. Но в партии власти не опускают руки. В «Праве и справедливости» уверены, что смогут найти партнеров по коалиции. Для получения большинства нужно не так много – 30 голосов. Кто бы ни формировал коалицию, результаты парламентских выборов в стране не повлияют на отношения Киева и Варшавы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
На стратегические отношения Украины с Польшей не влияет ничего, потому что слишком глубокие эти отношения, слишком много на них всего завязано. Избирательная кампания уже завершилась. Теперь в Польше будет формирование коалиции, формирование нового правительства. Но это уже другая история. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в эфире марафона «Єдині новини». Согласно польскому законодательству, первое заседание новоизбранного Сейма должно состояться не позже, чем через 30 дней после обнародования официальных результатов выборов. Ну и в продолжение международной повестки президент США Джо Байден завтра посетит Израиль. Об этом заявил госсекретарь Антони Блинкен. По его словам, визит Байдена призван продемонстрировать поддержку стране. Ожидается, что американский лидер встретится с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и другими израильскими чиновниками. Также президент Соединенных Штатов продолжит координировать свои действия с израильскими партнерами, чтобы обеспечить освобождение заложников Хамас, заверил госсекретарь США. Издание Der Spiegel в то же время сообщает, что наземная операция Израиля в секторе Газа не начнется, пока свой визит в страну не завершит Джо Байден. Израиль обратился к Соединенным Штатам с просьбой о чрезвычайной помощи на сумму в 10 миллиардов долларов, сообщает The New York Times. Законодатели и Белый дом разрабатывают пакет, который также будет включать средства и для Украины, Тайваня и улучшение правоохранительных мероприятий на американо-мексиканской границе, сообщили чиновники изданию. Напомним, ранее лидер большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что законодатели обсудили предоставление Израилю 155-миллиметровых снарядов, запасных боеприпасов для системы противоракетной обороны «Железный купол», а также высокочастотных бомб и комплектов для превращения стандартных бомб в высокочастотные. Олаф Шольц прибыл в Израиль с официальным визитом. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля в Тель-Авиве канцлер Германии заявил, что Израиль имеет полное право на оборону в соответствии с международным правом. Мы чувствуем ужасное горе всех израильтян, чьи родители, братья, сестры и дети погибли в результате этого варварского нападения. Мы разделяем невыносимую тревогу всех тех, чьи члены семей были жестоко похищены. Важно, чтобы весь мир это понял. Ответственность за находящихся в Газе мирных жителей, как за похищенных людей, так и за людей, которых там держат силой, граждан нашей страны, граждан десятков государств и палестинских мирных жителей. Эта ответственность лежит исключительно на плечах военных преступников Хамас. Они совершают двойное военное преступление, нападают на мирных жителей и прячутся за их спинами в качестве жертв. Живого щита. Весь мир должен осудить это и поддержать Израиль в его справедливой войне. И напомню, 7 октября боевики Хамас атаковали ракетами Израиля, а также вторглись на его территорию. Нападение сопровождалось массовыми убийствами мирного населения. В результате этой атаки погибли более 1300 израильтян. Государство официально объявило состояние войны и начало уничтожать военные объекты террористов Хамас в секторе Газа, ну а также причастных к нападению на Израиль. Первая леди Украины Елена Зеленская в телефонном разговоре с первой леди Израиля Михаль Герцог выразила соболезнования жертвам нападения боевиков Хамас. Об этом сообщает офис президента. Она также отметила, что по состоянию на сегодня, 17 октября, подтверждена гибель 13 граждан Украины. Идентификация тел продолжается. Данные меняются ежедневно. Владимир Путин прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином и участия в форуме «Один пояс, один путь». По плану переговоры с президентом КНР пройдут завтра в два этапа. Сначала в расширенном составе, затем в узком формате рабочего завтрака. Также на переговоры к Путину приехал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Они встретились в гостевой резиденции главы Кремля. К слову, это вторая поездка российского президента за границу с тех пор, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест в марте. Это также первый официальный визит главы Кремля за пределы бывшего Советского Союза в этом году после посещения Киргизии, бывшей Советской Республики, в начале этого месяца. Визит Владимира Путина в Китай несет риски для Украины. Украинские спецслужбы внимательно следят за ситуацией. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны страны Андрей Юсов в эфире марафона «Єдині новини». Он подчеркнул, что любая поездка главы Кремля отслеживается в отношении всех рисков, которые она может нести. Для нас это несет риски, потому что понятно, что интересует Путина в этой ситуации. Поэтому Украина не только следит, но и отрабатывает разные сценарии.
Но сегодня Россия для всех сырьевой придаток, и если ее представителей куда-то приглашают, то так это и расценивают. Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в эфире марафона «Едині новини». И пока Путин в Китае, министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Северную Корею с официальным визитом 18 и 19 октября. Цели поездки Москва не озвучивает, однако это происходит на фоне сообщений о крупных поставках северокорейских вооружений в Российскую Федерацию. О масштабе сотрудничества диктатур и реакции союзников Киева расскажет Данила Кобза. Поставки боеприпасов из КНДР в Россию можно буквально увидеть из космоса. Белый дом предоставил спутниковые снимки северокорейских и российских портов, на которых четко видно процесс передачи грузов. По данным Вашингтона, за последние недели Пхеньян передал Москве уже порядка 1000 контейнеров с вооружением и боеприпасами. А в ответ Российская Федерация предоставляет режиму Ким Чен Ына военные технологии. Мы считаем, что в обмен на поддержку Пхеньян требует военной помощи от России, в частности, зенитных ракет, бронетехники, оборудования для производства баллистических ракет и других материалов и передовых технологий. Джон Кирби, координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США, во время пресс-конференции. Большая часть северокорейских поставок в Россию – советские 122-миллиметровые боеприпасы для ствольной и реактивной артиллерии. КНДР их массово передавал СССР, начиная с 70-х годов. Теперь они возвращаются назад. По словам экспертов, это свидетельствует о деградации российского военно-промышленного комплекса и об истощении запасов. В то же время, за 50 лет хранения качество многих снарядов значительно ухудшилось, на что жалуются российские так называемые военкоры. Там есть свидетельство о том, что некоторые снаряды, которые попадают на передний край, не отмечается, российское это производство, там, северокорейское, какие-либо еще. Но отмечается, что некоторые снаряды, которые попадают на передний край, они по-разному весят. То есть они обладают различной массой. Один снаряд там легче другого. И в таких условиях очень трудно рассчитать, в общем-то, их полеты, очень трудно обеспечить попадание их в цель. Сближение диктатур не остается незамеченным союзниками Соединенных Штатов. Южная Корея уже ввела санкции против 10 человек и юрлиц. 10 октября Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил парламенту, что КНДР может вторгнуться на территорию страны малыми группами, как это ранее сделали террористы Хамас в Израиле. Чтобы предотвратить это, Вашингтон направил в территориальные воды Южной Кореи авианосец. Мы очень рады быть здесь в это время с этими людьми, участвовать в общественных мероприятиях, строить отношения между нашими флотами и людьми, поскольку мы продолжаем искать возможности для построения оперативной совместимости на море. Мы вместе для достижения общих целей свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Авианосец Рональд Рейган примет участие в совместных учениях США, Южной Кореи и Японии в ближайшее время. А в Северную Корею может отправиться лично Владимир Путин. По сообщениям прессы КНДР, он принял предложение Ким Чен Ына посетить Пхеньян. Ну а в то же время Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония стремятся ограничить Северную Корею после передачи ее военной техники в Российскую Федерацию. Спецпредставители стран провели трехстороннюю встречу в индонезийской столице Джакарте, посвященную угрозе со стороны КНДР, в частности, поставок ее оружия в Россию, сообщил Государственный департамент США. Во время переговоров представители Вашингтона, Сеула и Токио обменялись оценками последних событий на Корейском полуострове и взаимодействия с Северной Кореей и Российской Федерацией. Обсудили передачу оружия между КНДР и Россией, что нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, угрожает стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и во всем мире, а также подрывает глобальный режим нераспространения ядерного оружия из заявления Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Ну и повышает градус для беспокойства мировых лидеров. Далее Россия, Российская Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. О том, что это может произойти, ранее заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай». А спикер Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что Нижняя Палата Парламента планирует обсудить вопрос об отзыве ратификации договора. Позднее он сказал, что соответствующий законопроект поддержали все фракции.
И в ответ на российские угрозы НАТО начало ежегодное учение «Непоколебимый полдень» по ядерному сдерживанию. В тренировке примет участие авиация 13 государств-членов организации. В Альянсе подчеркивают, что учение является плановым тренировочным мероприятием, которое проводится ежегодно уже более 10 лет. В этом году к маневрам над Италией, Хорватией и Средиземным морем привлекают различные типы самолетов, в том числе современные истребители, американские бомбардировщики Б-52, которые прилетят из Соединенных Штатов. Также в учениях участвуют истребители, способные нести ядерные боеголовки. НАТО подчеркивает, что маневры проходят по меньшей мере в 1000 километрах от границ России и не связаны с текущими мировыми событиями. Продлятся они до 26 октября. И в то же время Европейский Союз проводит масштабные военные учения в Испании. Второй этап маневров стран Евросоюза, направленных на управление кризисами, начался накануне. Это первые крупные военные учения воздушных, морских и десантных сил государств ЕС, не опирающихся на структуры НАТО. Как отметили в дипломатической службе Евросоюза, в них участвует 31 военное подразделение из 9 стран блока. В частности, 1800 военнослужащих из Испании, 600 из Франции и 200 из Португалии. Продлятся они до конца недели. Целью учения является усиление военной готовности Европейского Союза реагировать на внешние конфликты и кризисы. We need to be ready. Европейский Союз должен быть готов действовать так, как требуется, чтобы защитить наших граждан и внести вклад в глобальную стабильность. И для этого нам нужно тренироваться вместе. Это поможет нам лучше подготовиться к роли оборонного субъекта и поставщика глобальной безопасности. 9 стран принимают участие в этом мероприятии в 2023 году. И это первый раз, когда у нас развернуты реальные подразделения, а не просто учения, проводимые смоделированным и синтетическим образом в штаб-квартире. Очевидно, что мы сталкиваемся с трудностями в координации наших усилий по обеспечению безопасности всех развернутых военных ресурсов, будь то на воде, на суше или в небе. Но тем временем Украина продолжает не только защищаться, но и восстанавливаться. Жители Херсонской области восстанавливают свои дома после российских обстрелов. В этом им помогают волонтеры. Привозят строительные материалы, помогают перекрыть поврежденные крыши. И главное, успеть до зимы. Сейчас многие жители разрушенных сел вынуждены жить в подвалах и хозпостройках. Как им помогают волонтеры, детальнее в материале. Разбитые дома, повсюду таблички «Осторожно, мины». Так сейчас выглядят некоторые населенные пункты Херсонской области, пережившие российскую оккупацию. Украинские войска освободили Калиновское 11 месяцев назад, но восстанавливать село предстоит еще долго. Местные жители своими силами не справляются, им помогают волонтеры. Наша громадская организация снова помогает одиноким людям, так же, как мы привезли стройматериалы на крышу, на летнюю кухню. Вот мы делаем крышу людям. Разобрали старый шифер, новый поставили. До полномасштабной войны в этом доме жила большая семья. Муж и двое старших сыновей Натальи погибли. Женщина осталась одна с двумя маленькими дочерьми. Вместе они вынуждены жить в летней кухне. Дом уничтожил российский снаряд. Самый первый дом в селе разбомбило мой. Ямы на огороде до сих пор большие, не закапывали. Взрыв был на огороде, и осколки полетели на дом. Все разбито. И сарай, и кухня. Стены летней кухни покрыты плесенью после дождей. Крыша посечена осколками. Наталья пыталась залатать ее самостоятельно, разбирала забор, чтобы закрыть дыры в шифере. Волонтеры из Криворожской организации «Парк и особенные друзья» регулярно приезжают в Херсонскую область, оказывают помощь всем, кто в ней нуждается. Так, после оккупации сейчас живет священник Калининского района, который тоже очень попросил помощи. У него вся крыша течет. Своими силами окна поменяли. И попросил нам помощи. Мы привезли стройматериалы, и вся крыша побита. В Калиновское постепенно возвращаются люди. Спешат подготовить свои дома к зиме. Как минимум успеть накрыть крыши, чтобы фундамент устоял в непогоду. Большинству придется начинать все с нуля, заново отстраивать свое жилье.
Всю оперативную информацию вы всегда можете узнать в телеграм-канале Freedom. Переходите по QR-коду на ваших экранах, подписывайтесь уже сейчас и будьте в курсе главных событий в Украине и мире. Но это были главные события дня сегодняшнего. Не переключайтесь, далее эфир продолжит анализировать эти события мои коллеги. Оставайтесь с Freedom и спасибо за доверие.